Меня зовут Ксения Храбрых, я режиссер интерактивного документального фильма «Слово». Его премьера состоится 7 ноября 2017 года в сети. Посмотреть фильм сможет абсолютно любой желающий из любой точки мира в любое удобное для него время. Для этого достаточно набрать в адресной строке slovo-film.com. Ну и, конечно, для этого нужно иметь компьютер, смартфон или планшет. Мы работали над этим проектом около полугода. И этот опыт, который мы получили, стал для нас очень значимым. Для нас важно этим опытом теперь поделиться. Время на просмотр, которое у вас уйдет, быть может, превысит чуть более 10 минут. Мы будем очень рады и благодарны, если этот фильм увидит как можно большее количество зрителей и сможет составить свое мнение как о теме проекта, так и о его форме и об интерактивных технологиях вообще. Мы приглашаем вас в группы нашего проекта. Фильм будет в сети доступен с 7 ноября 2017 года, но уже сейчас можно зайти на сайт и оформить подписку, чтобы стать первым, кто увидит наш проект. Большое спасибо за ваше внимание. Мы ждем вас в сети.